ходячие мертвецы. Лес, как Рэмбо. Носить воду. Все должны делать, что могут. Я прав? Делай дело и не жалуйся. Я всегда... Эту воду пить не стоит. Похоже, у нас тут ныряльщик. Давно он там? Уже жабры отрастил. Неизвестно, что он делает с водой. Надо вытащить. Легко. Пулю в лоб и все. Есть веревка? Стоп, ребята. Нет. Почему? Хороший план. Дурацкий план. Мы наверняка заразим воду, если вышибем этой твари мозги. Она права. Опасно. Вытаскивать живым? Условно. Но как? Не клюет. Ветчина не брыкается и не орет, когда ее едят. Да, недаром мертвецы не роются в наших шкафах. Надо на живца. Нормально? Да, порядок. Как в сказке. Чуть ниже. Еще. Лови. Давай. Нет, вытащите меня. Вытащите. Отстань. Отстань. Вытащите меня. Господи. Тащи, тащи. О, боже. Ребята, вытащите меня. Господи, господи, вытащите меня, боже мой! Тяни, тяни, тяни. Веревку. Тащите меня наверх. Тянем. Тащите меня, прошу, ребята. Глен. Тянем, тянем. О, господи, боже. Как ты? Эй. Так, все вместе. Еще тянем. Аккуратно. Еще чуть-чуть. Осторожно. Еще немного. Давайте. Уже почти. Застрял. Давайте. Тяните. Тянем. Надо запечатать колодец. Да, правильная мысль. А что с этим? Не так уж глупо было его пристрелить.